Всем привет! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. Сегодня я вам предложу квартиру 1 плюс 1, полностью подготовленную для проживания, с мебелью и техникой, как мы сейчас увидим. Хозяева заберут только личные вещи. Все новое, все наилучшего качества. 100 метров от дома до прекрасного песчаного пляжа, рядом вся инфраструктура, базар по средам, автобусные остановки, магазины, пекарни, кафе и так далее, и так далее. Все здесь рядом, все удобно. Новый дом, Искан получен, люди здесь живут постоянно, квартиры хорошенькие, уютненькие. Давайте смотреть квартиру. Смотрим. Наша входная дверь. При входе имеется домофон, в комплексе есть генератор. Также при входе у нас достаточно вместительный шкаф. Кухня-гостиная единая зона, пол в жилых зонах ламинат. Квартира полностью подготовленная для проживания. Состояние «заходи и живи» с мебелью и техникой. Красивое, уютненькое, все продумано, все качественное. Имеется кондиционер LG, зима-лето, сплит-система. Вид на море тоже присутствует. Имеется посудомоечная машина, стиральная машина LG. Духовка. Газовая плита и вытяжка. С кухни есть балкон с видом на море. Накопительный бойлер. Батареи в каждой комнате. Очень приятное освещение в квартире, очень нарядный фартук, литая акриловая столешница, много мест для хранения. Зала имеется терраска с видом на море, место для чаепитий. Квартира с одной спальней, хорошая кровать, вместительный шкаф, очень уютная атмосфера. И имеется санузел с подвесным унитазом функции биде, раковина и душ. Спасибо за просмотр этого видео, спасибо за ваши комментарии и за лайки. Всю техническую характеристику я всегда оставляю внизу в инфобоксе под видео. Заходите, смотрите, читайте. Не забудьте посетить наш веб-сайт, у нас там актуальные предложения по актуальным ценам. И подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы размещаем объекты до их публикации видео. Поэтому ждем вас на наших каналах, а я вас жду в Мерсине. Увидимся. Пока-пока.